Здравствуйте, дорогие друзья, зрители телеканала «Свиринфо». Сегодня у нас в очередной раз в гостях в студии телеканала наш большой друг, чемпион мира, чемпион Европы по гиревому спорту Александр Николаевич Цветков. Александр Николаевич пришел к нам с радостной вестью. Оказывается, 18 апреля отмечается 90 лет спортивному обществу «Динамо». И вот у Александра Николаевича в рамке вот такой, как это можно сказать, диплом или что это такое? Это памятная табличка. За все годы. За все годы. Здесь написано: Александр Цветков в «Динамо» с 90 по 2009 в категории 60 кг завоевал 12 золотых медалей, принимал участие в чемпионатах мира с 2009 по 2013 год, чемпион мира в городе Архангельске 2011 год. И сегодня Александр Николаевич вновь подарит нам свои спортивные достижения. 90 раз вы поднимете. Да, среди, ну это праздник. Праздник, да. Ко всему «Динамо», это общество, хочу сделать подарок. 90 раз выиграть золотые гири, которые я завоевал на чемпионате мира. Ну что ж, очень приятно будет на это посмотреть. Давайте мне эту памятную табличку, а ваши золотые гири уже здесь, и мы начинаем.